Ежегодно в преддверии нового учебного года педагоги страны собираются на августовской конференции. На собрании оценивают проделанную работу и устанавливают перспективные задачи. В этом году традиционное мероприятие проходит в новом формате. Подробности далее в сюжете. Адлетты Казахстан, Адаурпях Сапалы Білім Табасты Улт. Под таким названием проходит эта республиканская августовская конференция. На встрече педагогов обсуждались вопросы отдыха и оздоровления детей. Стоит отметить, что на традиционном мероприятии такая тема поднимается впервые. Мы должны создавать возможности для оздоровления и творческого развития ребенка, особенно обратить внимание на воспитательную часть. Кроме того, предоставление ребенку получить дополнительное образование в различных областях, будь то экономика или научная сфера. Можно сказать, что оздоровление детей, летний отдых хорошо сказываются на ребенке перед началом обучения, потому что хорошо отдохнувший ребенок пойдет к учебе со свежими мыслями. Глава государства поручил открыть 50 детско-оздоровительных центров по всей стране. В этой связи выполняется ряд задач. Также Дулат Джекебаев отметил, что министерством ведется работа по оздоровлению детей в двух направлениях. Мы работаем в двух направлениях. Первое – это развитие сети детско-оздоровительных центров. Второе – сосредоточение внимания на качестве, предоставляемой ими услуг. Планируем организовать научный республиканский центр, который будет руководить всеми оздоровительными центрами по стране и разработает единую методику, обеспечит необходимыми научными документами. Также работаем над подготовкой наставников, которые будут работать с детьми. Программа данной конференции, организованной в университете имени Шукана Уәлиханова, разделена на три секции. В частности, новые идеи педагогов, их интеграция и управление социальными проектами. В последнем направлении были озвучены основные проекты по организации работы оздоровительных центров. В целом, в рамках социальных проектов в этом году при поддержке фонда «Казахстан Халкына» был организован отдых для 20 тысяч активных сельских детей. Организация отдыха этих ребят была организована на основе 10-дневного маршрута. Говорилось о том, как должен проходить каждый день отдыхающего ребенка. Эти проекты направлены на духовное воспитание. Особенность этой республиканской августовской конференции заключается в том, что в 20 регионах страны обсуждаются 20 различных тем. В данном собрании приняли участие около 150 педагогов со всей республики. В нашей области проводится тема «Бақытты балалық шақтың бастауы». В ней однозначно есть особенность, так как Акмолинская область богата курортными зонами, благодаря чему у нас больше лагерей, чем в других регионах. Хорошо развита обеспеченность детей летним отдыхом. На сегодняшний день по области насчитывается 16 летних оздоровительных центров. В них отдохнули более 14 тысяч детей. В области насчитывается 130 тысяч учащихся. В текущем году из их числа 105 тысяч детей обеспечили летним оздоровительным отдыхом. Кайырбек Тулегенов, Самал Искакова, Дархан Мужубаев, Кокше Ақпарат.